Итак, я вас приветствую в новой серии по сталкеру. Вот. Мне кажется, мы уже почти прошли эту модификацию, поскольку уже штурмуем ЧС. Вот. И скоро все будет закончено на этом прохождении, что ли. У нас не так уж много боезапаса на штурм ЧС. Но я думаю, как-нибудь справимся. Где наша не пропадала, да? Тут, по идее, должны монолитовцы охранять все это дело. Поэтому легко, по идее, не будет. У нас, в принципе, снайпа есть. Но патронов к ней, конечно, немного. Я, наверное, знаете, что сделаю? Я разрежу скар. Если у него вообще есть патроны. Слушай, а в скаре, походу, вообще нету патронов. Ёб твою. Блять, один наш пал. Откуда вообще эта химера взялась, слушай? Реально, блин, откуда? Как так внезапно появилась она? Давайте смотреть, короче, по сторонам. Зараза, блин. Согласен. Неприятные моменты. Химера, блять. Выходи. И давай на этот раз, чтоб не было как пару видео назад, а так с ним правым проблем. Тварина живучая, а? Я просто сейчас не готов в опоре на такую встречу, блин. Давай, ты где, тварина? Выскакивай. Ну она откуда-то оттуда выходила вон в прошлый раз. Пацаны, блядь, помогайте. Ну, кстати, попытка была неплохая. Сейчас бы, если бы она меня не цепанула из-за этого бетонного держателя трубы, я не знаю, то вполне возможно, мы бы ее сейчас и уложили бы. Я очень хорошенько так на себя забайтил. Давай, на папу. Это пиздец. Я хочу просто, чтобы они все дошли, блин, до этого, до исполнителя желаний. Ну слушай, она меня вынуждает сделать вот так вот. Наверное, это самый быстрый и простой способ с ней разобраться, да? Соединить прицел, блин. Давай сюда прицел. Давай обратно ее в слот. Я не знаю, почему она ее убирает в инвентарь. Ямочку эту. Я не знаю, есть ли мне смысл сейчас что-то связать с мутантов, потому что... Ну, вряд ли мы сейчас вернемся после этого к торговцам там. Так, и мне сейчас жаба немного душит. Я хочу взять, наверное, снайперскую винтовку и с нее поработать. Монолитосом, который здесь потенциально находится. Давай. Будем потихоньку продвигаться. Я надеюсь, тут больше никакой химеры не сидит. Господа монолитовцы, а вы где?
Или вас сюда не подвезли? Ну должны же быть, ну. Так, это кустик. Так, ну бойня тут была. Мутантов кто-то убил. Продвигаемся потихоньку. Опа. Где, 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 где? Сука, только, блядь, не этот засранец. Слушай, на удивление они с ним хорошо управились. Может, конечно, тот был квестовый дядька, блядь, квестовый псевдыч. У нас радиация 11. Не беда. Так, музыка же там не на всю, не? Не на всю. Слушай, я вообще на самом деле так побаиваюсь. Мне кажется, все прикольное дело. Но опять же, YouTube может доебаться, а я этого не хочу. То вставлять, то их заливай. Где, блядь, весь монолит? Так, это мутант там орёт или это просто эмбиен? Опа. Что это, блядь? Ну это не чувак. Опа. Красиво. Где? Кто видит меня? Так, братву мою не трогай только. Я за них в ответе. Сколько там? 1, 2, 3, 4, 5. Их там еще 5 человек. Иногда за цветовой гаммы не совсем понятно, блин. Так, звук, опять звук. Вы где засранца, блин? Так, давай, короче, это вагон. Сюда. Братаны, братаны, блин, прячься тоже за стенки. За стенки, ну как-то понадежнее будет. О, сидят. Так, у меня уже нечем будет стрелять этой винтовки. Задание провалено, блять. Кого-то из наших замочили. Скорее всего, даже он замочил сам себя гранатой. Чё, простите меня, блин? Жахнуло, блядь, так жахнуло. Я не знаю, это чё там? Это просто они кинули или что?
Слушай, без оружия, убегай там, дождись, короче, пока тут злоходячки разберутся уже между собой. Все, минус один, хорошо. Все, минус второй. Замечательно. Все наши живы, все наши здоровы. Граната пошла. Ай-яй-яй-яй. Ебут. Ничего, мы выживем. Мы выживем. Бин. Аптечки. Живем. Надеюсь, там... Ну, стрелять еще был, есть чем, как бы и не беда. Жалко, что ничего с оптикой нету. С оптикой с ними вообще святая... Да святое, короче, воевать. Блять. С этим замедлением не видно ни хрена. Давай, короче, я сближусь немного. Все, минус один. Отлично. А, патроны. Перезарядка. Обходить. Резче. Блять, он все-таки нас убил. Ну, попытка неплохая. Попытка неплохая. Надо как-то ему поточнее в голову зажимать. Еще бинт. Слушай, красавец. Когда, наверное, он больше меня целился, чем в своих. Я не вижу, блять, его. Ох, уже этот щелчок. Слушай, давай-ка я сюда гранату еще прошвырну. Ну так, для профилактики. Короче, тому гранату швырну и этому. Да. И туда гранату. Так, пока этот перезаряжается. Блять, меня по ногам убил. А чё монолитовцы успокоились? Где наши там ходят? Ну наши же, я надеюсь, там живы? Ну, походу, кстати, нет, там я видел труп. Давайте, давайте, блядь, пацаны. Живем, живем, блядь, не сдаемся. Блядь, меня знаете, что ли, ёбнули еще или что? Почему у меня туда, короче, триггер показывался? Слушай, а наши-то все подохли, вон, походу, валяется. Или это монолитовец? Так, сейчас надо будет быстренько пустой патрон отщелкнуть, типа. Смотри, вот так делаем. Сука. Давай. Музыку, короче, выключаю, блин, эту. Второй, где говнюк? Сука, ну тебе повезло. Тварина-то такая. Все, все готовы. Не все, походу. О, с чем бы тебя выхлестнуть, а?
Я просто не знаю, я сейчас зачем это прохожу, потому что наши вроде как по идее сдохли, наверное. Либо они где убежали там. Ну, короче, ладно, сейчас этим последним разберусь. И посмотрим, что у нас там с крестом. Как тебе? Зашла? Хорош, красиво. Братва, вы, блядь, где? Вы живы, блин? Я просто не помню, чтобы я там высвечивалось бы сообщение, что типа задание провалено. Блядь, а задание-то провалено. Задание, мать его, провалено. Да, блядь, помолчи ты, а. Где вы тут все погибли? Ну вот стрелок, блин. Вот ты, блядь, шалун, шалопас. Как ты мне, скажи, так получилось, что ты помер, а? Юг ЧС. Сначала серии, что ли? 53, 54. Блин, я сейчас только просто столько времени потеряю. Вот слишком много сейвился, когда уже сейвиться не надо было. Я не знаю, чем мне сейчас тех монолитовцев выщелкивать. Ну, задание. Задание тут у нас считается еще проваленным. Так что давай, короче, я не знаю. Ну это, блять, это опять это начало серии считает, что мы там ни химеру еще не убили, блин. Ничего еще. Или подожди, стой. Да, химеру мы тут еще не убили. Я не знаю. Возможно, я, конечно, все это и вырежу. Потому что с этими засранцами, блин, пройти эту миссию невозможно. Химера, блядь. Иди в попу. Зараза, блин, такая. Наверное, тебе попыток 4 истратил. Соединить прицел. На М-ку присоедини, пожалуйста, его. Выщелкиваю пока с этим. А, ну монолитовцы вроде там не скоро. Хотя помните, там еще псевдогигант, блин, нас ждет. Тоже такой себе сюрприз. Ну, тут вроде пока еще можно спокойно бежать. Братки. А что если я вам скажу, отдам приказ стоять тут, патрулировать, я не знаю. Ну, стрелок, блядь, подожди. Он слушает меня. Разрядить. Не, ну у нас... В принципе, подожди, сколько у меня патронов на эту винтовку? Ну, патронов на эту винтовку хватает. Слушай, а что если мы... Я вот, по-моему, уже в прошлой серии там были у нас какие-то прицелы. Тюльпан. Соедините прицел. А, вот этот тюльпан, слушай, можешь прикрутить на снайпу? Слушай, может. Дай-ка гляну. Ну, слушай, с этим, в принципе, можно уже поработать. То есть патронов вроде и немного. Придется просто чаще перезаряжаться. Давай, да, сначала эту винтовку отработаем, потом другую. Пацаны, будьте осторожнее, тут обитает
Нехороший такой псевдодигант. Он раненый, смотри. Блять. Гранату жалко, блин. Что, так побежать? Ладно, хрен эту гранату. Фонарик нафиг вырублю. Пацаны, вот как-нибудь постарайтесь выжить, пожалуйста, максимально. Просто если вас сейчас тут убьют... Там и стойте, там и стойте. Так, ну зарубы у нас здесь уже начинались. Я не помню, сколько там человек. 10-15. Где эти? Монолитовцы. Я бы какую-нибудь такую позицию, чтобы издалека их можно было повыщелкивать. Без особых напрягов. Бля, братва, ну стояли бы вы там уже, ну. Вон те уже проклятые вагоны идут. О, смотри, смотри, стоит. Один. Сука. Блять, ты замедлялкой не видно еще ни хрена. Я стараюсь по головам работать, чтобы патроны не разбодаривать. Ну ты жопа, блин. Реально тебя по-другому не назовешь, блин. Спокойно, мы справимся. Мы обязаны справиться, у нас выбора нету. Где этот, блять, Ванька, встань-ка? Я не знаю, сколько ему в балду его всадить надо. Пацаны, давайте отступать пока. Я не знаю, давай отсюда больше попробуем поработать. Ну, вы поняли, да, что происходит? Не так сложны эти монолитовцы, блин, как сложно идти, блин, своими тиммейтами, чтобы они еще, блин, дожили до конца этой миссии. Братва, идите сюда. Пожалуйста, ради бога, вас прошу. Идете? Блять, они сагрились. Они, мать его, сагрились. Вы, блядь, где? Я не знаю, попробую здесь набегу. Там они, в принципе, должны как на ладони быть. Надеюсь, там наши сейчас не передохнут, как мухи, как они это любят. Если что, я просто загружусь дальше, когда мы там еще с ними перестрелку, блин, не вязались. Минус один. Так, сколько у вас тут? Один, два, три. Так,
А теперь, короче, проворачиваем вот такой вот фокус, трюк. Братва, назад пошли. Срочно. В срочном порядке, блин. Просто бежим, гоняя за собой кирпичи. Ага. Никто никого не якорит. Все в порядке. Смотрите, пацаны, план капкан. Короче, берем такие. Обходим. Эти жмухи, короче, нас не видят. По дороге мы съедаем что-нибудь еще вкусное, вон. Что-то радиоактивное. Выкуриваем сигаретку. Lucky Strike. Убираем радиацию. Ебем химеру, либо она ебет нас. Наши кокдауны разбегаются. Это все по плану, кстати, было. Эй, какого хрена там в прошлый раз химеры не было? Так, берем, короче, голосовку. Это продолжение плана, если что. Кто не понял. Музычку делаем потише. Вот где-то вот так. Выискиваем эту ненавистную нам химеру. Ладно, она там была в прошлый раз. Химера, химера, блин. Мать твою. Химера, химера. А ты где? Я сейчас прячу гаусску, химера. Так, берем и оставляем гаусску пока что. Так, ну химеру видит. Ну, она, скорее всего, с той стороны там тусит. Надеюсь, она на звуки выстрелов не прибежит. Высматриваем дядек монолитовцев. Тут, конечно, все прекрасно, но, блин. Наши пацаны слишком бравые ребята. Есть, короче, пацаны, смотрите, вот такой план. Я не знаю, они смогут тут ко мне подняться или не смогут. Так, хреновая граната. Туда, подальше. Делаем сейв. Пацаны, жру аптечку, вашу кесть. Своему не попал. Вы представляете, что этот дурень, блять, своего взрывает? Он меня подорвал на этой гребаной гранате, вот еще и стрелка убил. Да ну вас нафиг. Я своих задел гранатой. Господи, какая же это жопа боль, вы себе не представляете. Это настолько, блин... Пацаны, блядь, не подходите туда. Где там моя гаусска, блин?
Где эти же мухи? Блять, не лезь, убьет. Хули, блять, меня уже теряет, да? Вот только стоит им, блять, увидеть врага, они идут в упор. И главное подсказать им какую-то методику борьбы. Это невозможно. Хотя смотри, мы тебя постреляли немного. Типа режим боя скинулся, они подошли ко мне. Давайте под низу. Все, братики, блять, не лезьте, пожалуйста. Все, давайте отступим пока что. Я не знаю, сколько у меня патронов на гаусску. В принципе, ее можно поэкономить немного. Блять, нахрен я этот автомат взял? Возможно. Эй, балду свою высовывай. Балда. Все, все живы, все здоровы. С кем воюешь, блядь? Как стрелок, блин, погиб? Ой, я не могу уже просто, блядь. Это пиздец. Братва, назад! Все. Все живы, все здоровы. Настройки, звук. Все, короче, народ. Не понимаю, что интересно, но в следующей серии тоже будет интересно. Я вот прямо здесь, на четверку, сейчас сохранюсь и продолжу страдать уже в следующей серии, потому что на эту серию я уже настрадался много. Всем спасибо, лайк, подписка. Всем пока.